Добрый день, дорогие мои хозяюшки! Сегодня мы с вами будем заготавливать арбузы на зиму. Поверьте мне, это очень вкусное лакомство зимой. Итак, приступаем. Для этого мы берем вот такой красивый арбуз. Начинаем его резать. Он трещит. Белый и вкусный должен быть. О, какой! Вот какой красный и красивый арбуз. Половиночку мы откладываем и работаем с первой половиной. Трещит как. Так. Мельчить сильно не будем. Режем вот на такие кусочки. Очищаем кожуру. Нам она не нужна. Убираем ее. Вот такие кусочки у нас получились. Мы еще их пополам можем порезать. Теперь берем стерилизованные баночки. Я их предварительно помыла содой и простерилизовала. И теперь они у меня чистые. И укладываю я туда арбузики. Так. Дальше очищаем. И вот туда утрамбовываем вот так. Сильно гнем их. Продолжаем резать и укладывать в банки. Так, ну по полбаночки мы уложили с вами арбузы. Мне сегодня на рынке удалось приобрести вот такие красивые райские яблочки. Я думаю, они здесь лишними не будут. Укладываем в эти баночки еще и наши красивые яблочки райские. И продолжаем дальнейшую укладку наших арбузов. Чередуем яблочки и арбузы. Thank you.
Ой, какие красивые банки получаются. Одно удовольствие. Так, заполняем их до конца. Красота! Вот внучек мой будет доволен. Такой красотой будет просить у бабули арбузики с яблочками. Так. Ну вот и все. Все мы утрамбовали. Все у нас вместилось. Вот такие красивые баночки у нас получились. Итак, приступаем к приготовлению нашего рассола. Берем кастрюлю, наливаем сюда. Ну, для наших двух баночек 2 литра воды. Отмеряем. Мерной кружкой. Вот 2 литра воды. На каждый литр воды мы с вами кладем 2 столовые ложки сахара. Поскольку у нас здесь 2 литра, мы кладем 4 столовые ложки. И 2 столовые ложки соли. Хорошо размешиваем. И ставим на плиту. Доводим до кипения наш рассол. Еще раз уточняю. На 1 литр воды мы кладем 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку соли. Доводим до кипения. Итак, наш рассол закипел. Мы начинаем заполнять им баночки наши. Можно и так. До плечиков заливаем. Двух литров нам оказалось мало. Надо еще столько же сделать. Сейчас сделаем. Накрываем крышечками. Так, вторая порция недостающая рассола у нас готова. Доливаем в наши баночки. Аккуратно разливаем. И оставляем 10-15, пусть прогреются наши арбузы с яблочками. Наши арбузы прогрелись, мы берем крышку специальную и выливаем рассол для повторного кипячения. Первая баночка готова. Вторую выливаем. Готово. Снимаем крышку. Ставим в
кипятить наш рассол. А тем временем мы берем таблетки ацетилсалициловая кислота. И по 3 таблеточки в каждую баночку мы кладем. Я беру по 3 таблеточки и немножечко разминаю, чтобы хорошо они у меня были растворены в банке. Вот таким образом я беру. Они хорошо растворяются. Размяла 3 таблетки и на баночку заложила. То же самое я проделываю с остальными баночками. Так. Готово. Нам эта кислота нужна для того, чтобы баночки у нас не взорвались. Я считаю, что это не уксус. Таблетки нам не помешают. И для желудка они будут более комфортные. Все, готово. Теперь ждем наш рассол. Ну вот и закипел наш рассол. Приступаем к заполнению рассолом повторным наших банок. Аккуратно это все делаем мы. Можно понемногу заливать. Баночки наши не лопнули. И третью баночку залили. Что мы теперь делаем? Мы берем наш ключ закаточный и начинаем закатывать наши баночки. У меня вот такой вот спиралеобразный. Мне очень нравится такая машинка. Раз-два и готово называется. Вот и все. Первую баночку закрутили. Берем вторую. Опять. Вот и готова вторая. 3 секунды и будет 3. Все. Ну вот и все. Наши арбузы с яблочками готовы. Приятного аппетита. Готовьте, кушайте и наслаждайтесь. Всего вам до самого доброго.